моя страница. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой: не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так смотрят. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу всходит, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему: никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу: вы до какой станции едете? Этот говорит: до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он.